Региональное агентство по предпринимательству и инвестициям сообщает, что одна из частных компаний республики намерена построить оптово-распределительный центр, расположенный вблизи Каспийска стоимостью 300 миллионов рублей. Инвестором данного плана выступает компания IT-технологии. Отметим, что под строительство объекта планируется отвести около 9 гектаров земли, из которых более 7 находится под руководством компании. В рамках реализации данного проекта планируется создание 101 рабочего места, а в дальнейшем намечено увеличение штатной численности до 200 работников.